Да, она невероятно огромная, и тут каждый сантиметр чем-то разрисован. Везде, везде всякие огромные статуи, лески, крыша разрисована. Ножки ходят, и ведет непонятно, тоже разрисованы. Всякие портальные арки. Посмотри, ты как во дворец зашел. Наверное, не в каждом дворце такое будет. Высота потолков, ну, по людям, понимаешь. Просто, просто. Тут. Тут не 10 минут стоять надо. И не 20, и даже не там пару часов. Чтобы все это обойти, надо, наверное, потратить там, неделю. Причем неделю с гидом, который обо всем этом расскажет. Вот мальчик в какашках, ну, кто его знает, о чем он, почему он именно так. Вот это вот такая деревянная штука. Что это? Неизвестно. Там вообще какая-то Шива или Будда индийская. Темная такая. А? Нет. В общем. Это будет снято. Кто-то там близко разговаривает. Очень-очень тут круто. Но совершенно непонятно. Я уверен, что даже с гидом было бы все равно непонятно. Она куча стульев, это, наверное, для тех, кто будет слушать того, кто будет выступать. А этот шум. Вот так вот.